Всем привет, и сегодня у меня прекрасное настроение, потому что я снимаю карьеру на свой второй канал, и я снимаю обрывками, то есть, по сути, даже маленькими кусочками. И этих маленьких кусочков у меня 193. То есть, вы понимаете, там каждый файл по отдельности надо переносить. И пока я переношу это в монтажную программу, там, программу монтажа, там уже уйдет часа два, то есть, я не знаю, как я буду это монтировать, но я буду это монтировать. За какой клуб, что там вообще будет, вы узнаете на втором канале, я так понимаю, где-то недели через полторы, потому что, монтировать это я... Очень сложно это монтировать. Ладно. Вообще, я сейчас зря говорю, потому что так-то видос... название канала. Название видоса, то, что паки. И, в принципе, мы открываем паки, просто я сейчас подогреваю интерес к карьере. Опять же, которых не знаю, когда выпущу даже. Это, конечно, будет очень странно, если карьера по итогу вообще не выйдет. Просто потому, что я устану монтировать. Но надеюсь, что все выйдет. И все выйдет хорошо. Где же еще этот видос монтировать? Хотя честно, вот на монтаж обычного видео уходит на минут так 20-30. Опять же, потому что не надо слишком много вырезать, обрезать что-то. Ну, в общем, что-то где-то добавить, что-то где-то убрать, это да. Но в большинстве своем не слишком долгий. И вот с таким вот монтажом, как сейчас, я, пожалуй, никогда не сталкивался. У меня был первый канал с карьерой. Здесь не было просто уйму карьер. И за игрока, и за тренера. И, короче, было очень весело. Но я там снимал через телефон практически без монтажа. А сейчас у меня есть программа, чтобы качество было нормальное. В общем, у меня есть все, чтобы сделать нормально. И я надеюсь, что получится нормально, хотя... Ладно, во-первых, пожелайте мне удачи, а во-вторых, удача, кстати, и в паках пригодится, потому что ничего вообще не падает нормального, типа, я увидел один раз волкаут, ой, кода, только заговорил, а почему здесь сейф? Еще один ой, это, что? Так, стоп, а можно мне вопрос, почему они так убили интригу, типа, потому что я нажал сейф? Я не особо понимаю. Да, кстати, я выполнил задание на Роберта Карлоса, которое 93-ю карточку левого защитника может дать. Это экономец. Было бы, конечно, прям вообще в тему поймать здесь именно Роберта Карлоса, но нет, это лам. И для игры этой он полный хлам. Вот такая вот жестокая история. Но что здесь у нас? Ну, во-первых, не экономец, что уже интересно. Во-вторых, это, походу, если коу. Я думал, что будет как-то интереснее. Не, первый, безусловно, ладно. Футбёрзый, карточка. О, это, кстати, очень даже хорошо, потому что минимальный рейтинг лукаута здесь 87. То есть, вы все понимаете, это Эрик Баи. Это Манчестер Юнайтед, центральный защитник. 87 рейтинг. Ну, понятно, потому что лукаут. Новая карточка, кстати, очень даже интересная. Открываем рандом пак. Да, кстати, паков вроде как много, а вроде как они не самые топовые оказались. Но, в принципе, парочку карт, из-за которых можно этот видео выложить, в принципе, есть. Дабл спешл пак. Это что у нас? Это ангел. Ладно, пусть будет ангел. Я до сих пор, как бы, не понимал, не отошел, у меня сейчас чисто такая улыбка на лице, которая мне даже не позволяет немножко разговаривать. Ну, потому что, еще всегда хочется смеяться. Вот, не понимаю, почему, но такое есть ощущение. И да, нам падает лукаут, итальянский, из Лацио. Это же Иммобиле! Или Иммобиле? А нет, это Иммобиле. Ладно. Давайте откроем вот эти вот последние 5 паков и на этом закончим видос. Коротенько, но, блин, что получается? Для вас снимать хочется, а я вроде как и в игру эту играю, типа прохожу фаталь, но... Кстати, да, я вот заметил то, что игра максимально
спокойно, типа, ну, по событиям можно уснуть, вот серьезно. Это реально как снотворное. Можно использовать реально, вот, берем, заходим в драфт, получаем ничего, выходим из драфта. Заходим в паки, 15 лет открываем их, чтобы поймать что-то, что нужно вот для этого. Потому что, давайте будем честны, все мы их открываем только для вот этой вот награды. Еремчук, кстати, у него там информ, кстати, третий вышел, вообще офигенный. СБЧ. Сюда в последнее время вообще ничего не выходит, кроме... Ну, там были противостояния матчей, но это максимально неинтересно. Есть объективист. Но давайте будем честны. Кому вот нужно сидеть и залипать в фаталь? Ну... Да, кому-то, возможно, эти карты интересны, но не знаю. Продолжаем. Фаталь. Мне здесь даже говорить не хочется. Вот, ну вот просто неинтересно уже, когда сыграл больше 10 сезонов. Карты это просто карты, собирать состав. Опять же, я пытаюсь делать какие-то интересные рубрики, но все сложнее и сложнее с каждым разом. Что-то выжимать из этой игры, потому что реально сложно. О чем идет речь? Все, я на этом. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой YouTube канал, если этого еще не сделали. Переходите на мой второй канал, там будет офигеннейшая карьера, я вам это гарантирую. Ну, если, конечно, будет. Ладно, все. С какой-то опять рекламный выпуск, хотя, казалось бы, это тут вообще-то ботфут, ну ладно, все. Всем хорошего настроения, погода на улице просто бомбезная. Единственная проблема — это ветер и немножко холодно. А так, солнышко есть, все хорошо, да. Все, всем хорошего настроения, всем пока.